Смотрите скоро! Долгожданное продолжение культового фильма 2021 года! Самый грязный, скандальный и мозговзрывающий фильм года! 246% трэш! Майор Дрон и Чумной Доктор 2! Майор Дрон вернулся, чтобы поймать сбежавшего из психушки Пивонеска! Но все окажется намного запутаннее, чем вы бы могли себе представить! Майор Дрон и Чумной Доктор 2! В ролях! Нью-Нуар в роли майора Дрона! Гуцлов в роли Пивонеска! Сергей А в роли вообще всего подряд, но главная роль — это главная роль. И Николай Еремин в роли помощника. А также культовый актер Тита Луциана в роли бородача. И, конечно же, куча случайно приглашенных людей. Майор Дрон и Чумной Доктор 2. Еще больше безумия, еще больше бреда, еще больше подорванных пуканов в фандоме Чумных Докторов России. Главная премьера 2022 года по программе импортозамещения фильмов. Майор Дрон и Чумной Доктор 2. Смотрите в 2022 году, если доживете до премьеры, только в сети интернет.